Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Сегодня 15 марта, а это значит, стартует мой совместный проект «Весеннее пробуждение». Не так давно на своем канале я выпускала видеоприглашение, где рассказывала об условиях участия в данном конкурсе. Условия минимальные, самое главное – это ваше желание поучаствовать и создать какую-то вещь в преддверии наступающей весны. Участницы должны были прислать мне на электронную почту фото своей пряжи и написать, что предположительно они будут вязать. Кроме участников проекта, у нас есть еще и спонсоры. И сейчас я вас познакомлю со спонсорами своего проекта. Итак, первый спонсор – это Ирина Федотова, канал «Вяжем, отдыхаем». Второй спонсор – Ирина Брандт, ее канал «Ирина. Вязание и жизнь в Швеции». Третий спонсор – Оксана Гуликова, «Вяжем вместе». Четвертый спонсор – Ксюша и магазин «Про пряжу». Пятый спонсор – Наталья, ее канал «Вяжу и живу» Наталья Смородина. И шестой спонсор – это я, Татьяна. И мой канал «Вдохновляемся и творим» вместе с Татьяной. Ссылочки на спонсоров будут в описании к видео. И также на участниц, всех участников своего проекта я также напишу, как они себя представляли. У кого есть свои каналы, ссылочку я также оставлю. Ну а сейчас вы увидите фото пряжи. На фотографии будет имя участника и предположительно, что участник будет вязать в этом проекте. Ну что ж, давайте посмотрим. Я желаю всем вам творческих успехов, хорошего настроения. Пусть ваши идеи воплотятся в жизнь так, как вы их задумывали.
И напоминаю, что у вас есть ровно один месяц для создания вашей вещи. До 14 апреля вы должны прислать мне фото вашего изделия на себе, как вам удобно, так и фотографируйте, закрывая лицо или же нет. Но изделие должно быть на вас, чтобы жюри, спонсорам было легче оценивать вашу работу. И 15 апреля выйдет уже финиш, заключительное видео о нашем совместном проекте. Какие же изделия получатся, мы с вами все увидим. Ну что ж, всего доброго, до новых встреч!